Добрый вечер, дорогие друзья. В нашей филармонии есть немало блестящих исполнителей. Но существует коллектив, единственный в своем роде. Это Государственный камерный оркестр Республики Мордовия. Огромным везением и большим счастьем для нас стало то, что в 2010 году камерный оркестр вошел в состав филармонии. Однако история этого коллектива началась намного раньше. Он был создан в 2001 году на базе Саранского музыкального училища имени Леонтия Петровича Кирюкова. Его идейным вдохновителем и организатором стала Евгения Щербакова. Тогда в состав струнного оркестра вошли преподаватели и талантливые студенты училища, которые проявили особую увлеченность и энтузиазм. Оркестр активно окунулся в концертную жизнь республики, и уже за первый год своего существования им было подготовлено две сольные программы. Столь же стремительным был и профессиональный рост коллектива. И поэтому в 2005 году по инициативе Петра Николаевича Тултаева, тогда министра культуры нашей республики, оркестр обрел официально профессиональный статус. В этом году камерному оркестру исполняется 15 лет. Время подводить первые итоги и, конечно же, мечтать о будущем. За эти годы возросло мастерство коллектива, сложились исполнительские традиции, обогатился репертуар. Камерному оркестру подвластны любые стили и жанры. В его исполнении звучат сочинения разных стран и эпох. Это музыка эпохи барокко, венского классицизма, русская классическая музыка, а также современные джазовые композиции и популярные произведения легкого жанра. В репертуаре коллектива вся камерная инструментальная музыка, которая вышла из-под пера композиторов Мордовии. Давая сценическую жизнь новым сочинениям, оркестр тем самым вносит огромный вклад в развитие и пропаганду мордовского профессионального искусства. Биография камерного оркестра полна, богата яркими событиями, удачными концертами, гастролями, фестивалями разного уровня. Об успехах коллектива было написано множество положительных отзывов в республиканской прессе, а в авторитетном российском издании в журнале «Музыкальная академия» была опубликована большая статья заслуженного работника культуры Мордовии Светланы Молиной. В ней подчеркивается, что концертные программы камерного оркестра демократично разнообразны и необыкновенно интересны. Это дает возможность наслаждаться любимой, узнаваемой музыкальной классикой. Оркестр стоял у истоков и несколько лет был постоянным участником международных фестивалей «Декабрьские дивертисменты» и «Классика Браво». Заметными событиями музыкальной культуры нашей республики стали выступления камерного оркестра с выдающимися музыкантами и коллективами, такими как французский виолончелист Марк Драбинский, заслуженный артист России граф Муржан, солисты Казанского государственного камерного оркестра «Ля Примавера», московский квартет «Соноры», лауреат международных конкурсов габаист Алексей Балашов, виолончелист Борис Андрианов. А сотрудничество с испанским дирижером Израилем Родригесом дало нашему оркестру возможность в 2008 году с блеском выступить на международном фестивале в Валенсии. Сегодня в составе оркестра талантливые и преданные своему делу музыканты. Художественный руководитель Евгения Щербакова смогла сплотить, взрастить и удержать своим талантом, творческим духом, идеями этот букет индивидуальностей, имя которому оркестр. Она на протяжении многих лет успешно сочетает преподавательскую работу с артистической деятельностью, вовлекая для совместного музицирования своих лучших студентов и коллег-педагогов. За 15 лет существования коллектив убедительно доказал свою творческую самостоятельность.
покорив публику культурой исполнения, яркой индивидуальностью и высоким профессионализмом. Концерты оркестра рождают незабываемые встречи с музыкой и зрителем. На сцене Государственный камерный оркестр Республики Мордовия. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Мордовия Евгения Щербакова. Вольфганг Амадей Моцарт, дивертисмент. Дорогие друзья, сегодня наша встреча для нас особенно приятна, долгожданна и ответственна, так как она есть результат 15-летней творческой деятельности нашего оркестра.
15 лет жизни каждого человека – это старт, это начало пути. Время, когда закладываются основы человеческих, моральных, этических, эстетических ценностей. А для большого коллектива это прежде всего путь, большой путь к освоению мастерства, профессионализма. Это путь к сердцам наших слушателей. Это завоевание вашей признательности и внимания к нам. И сегодня в нашей программе, наряду с премьерными произведениями, прозвучат знаковые автобиографические сочинения, которые напомнят нам, музыкантам, о тех моментах творческого общения с замечательными музыкантами, российскими музыкантами, зарубежными музыкантами. Эти произведения напомнят нам об участии нашего оркестра в многочисленных фестивалях в городе Саранске, в регионах России, а также за рубежом. Надеюсь, что сегодняшняя встреча подарит нам замечательные минуты радости от общения с высокой музыкой. Спасибо. Йозеф Гайден. Струнный квартет «Восход солнца».
Антонио Вивальди. Увертюра к опере «Олимпиада». Заслуженный работник культуры Республики Мордовия Ольга Вильдяскина. Thank you.
теплые воспоминания о сотрудничестве с известным виолончелистом Марком Драбинским, камерный оркестр включил в программу сочинение из его репертуара. Габриэль Фаре. «Пробуждение». Солистка, стипендиат главы Республики Мордовия, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ксения Нарваткина. В 2013 году, находясь в гастрольном турне по городам Южной Франции, солисты камерного оркестра представили зарубежной публике две концертные программы. Одна из них была посвящена творчеству русских композиторов. И это не случайно, ведь музыканты оркестра считают своим профессиональным и человеческим долгом пропагандировать русское музыкальное искусство. Эта программа вызвала огромное восхищение, бурные овации и благодарность слушателя. Петр Чайковский. «Святки» из цикла «Времена года». Thank you.
Чайковский, трепак из балета «Щелкунчик». Сергей Рахманинов, вокалист. Thank you.
вдохновлялись и по сей день вдохновляются музыканты, исполнители, композиторы всего мира. Великий талант русского композитора стал источником вдохновения и для нашего замечательного композитора, большого друга нашего оркестра Сергея Терханова. К сожалению, недавно так незаслуженно ушедшего от нас. И не случайно произведение, которое сейчас, сочинение Сергея Терханова, которое сейчас прозвучит, так и называется «Приношение Рахманинову». Thank you.
Андрей Шувалов. Мелодия. Дивертисмент «Джаз». Солистки Евгения Щербакова и заслуженная артистка Республики Мордовия Татьяна Федина. Thank you.
А сейчас мы предлагаем вам окунуться в атмосферу испанской корриды, наполненную страстью и накалом эмоций, насыщенную духом мужества и смелости. Все это живо и темпераментно отражено в танце «Пасодобль». Эта музыка любима не только слушателями, но и самими музыкантами. Альфредо Альварес. «Пасодобль». Thank you.
У камерного оркестра есть интересный опыт сотрудничества со многими артистами нашей республики. Это многолетняя творческая дружба заслуженной артисткой Мордовии Елены Алышевой. Творческие, совместные творческие проекты с народными артистами Республики Мордовия Людмилой Кузнецовой и Сергеем Семеновым. Сегодня оркестр с оркестром также выступят замечательные музыканты. Александр Веницкий, вальс-баллада «Вечер на реке Иперлее». Солист Александр Авдонин. Thank you.
То Штраус, если танго, то, конечно же, Пиццола. Композитор Астор Пиццола дал новую жизнь аргентинскому танго. Он взял народную музыку и превратил ее в высокое искусство, сотканное из голосов и ритмов современного Буэнос-Айреса. Сочинения Пиццолы вызывают неизменный восторг. Ведь танго сочетает в себе бурю эмоций, любовь и ненависть. Страсть и ярость. Астор Пьеццолла. Смерть ангела. Солист, лауреат всероссийских конкурсов Алексей Сураев. Thank you.
автор Пьецолла. Пожалуйста. «Зима» из цикла «Времена года» Буэнос-Айресе. Thank you.
Джон Мейер. «Ради неба». Солистка Евгения Щербакова. На сцену приглашается глава администрации городского округа Саранск Петр Николаевич Тултаев. Вы знаете, неожиданно, я так... Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые артисты. Знаете, я вот сижу и думаю, сегодня не понедельник, а тихий, уютный субботний вечер. И все почему? А все благодаря силе искусства, силе талантливого музыкального искусства в исполнении, конечно же,
замечательного, талантливого коллектива. От души артистов. Классические музыки, наверное, какая-то особая такая внутренняя, что ли, мощь и сила. Только она, наверное, может тебя оторвать от реальных будней, каких-то наших дел, стихий, очень важных, конечно, безусловно. Но когда ты окунаешься в этот мир, все уходит на задний план, забывается. И вот сегодняшнее, я во всяком случае о себе говорю, мое состояние там подтверждение. Я думаю, что и вы со мной тоже согласитесь. Я полагаю, что вы согласитесь со мной в том, что сегодня Государственный камерный оркестр Республики Мордовия — это, безусловно, явление и событие в жизни нашей республики. Вы знаете, как мне кажется, оркестр и искусство оркестра формирует имидж региона и города, в частности, как региона и города, где не только сохраняются, приумножаются хорошие, добрые традиции народной культуры, но и региона, который может наряду с столицами, продвинутыми столицами, и не побоюсь этой высокопарности, как наряду с Москвой или Санкт-Петербургом, или, может быть, Екатеринбургом и Казанью, говорить о том, что здесь развивается музыкальное искусство, классическое. И это говорит о том, что и регион, и город – это вполне комфортный, психологически комфортный, уютный и регион, и город для жителей. Мы бережно относимся к народной культуре, мы многие приверженцы этого и понимаем, что это очень важно. Но классическое искусство – это все-таки какая-то другая ступень и развитие и города в данном случае, и региона. И мне кажется, очень важно вот все это беречь, потому что потерять или растерять очень просто. Создавался оркестр, конечно же, весьма непросто, и он, самое главное, сегодня он есть. А есть благодаря, конечно, прежде всего, таким подвижникам, которые вот сегодня на сцене стоят. И, конечно, в первую очередь, вот, благодаря Евгении Алексеевне. Вот и ей, и всем артистам от вашего имени низкий поклон. Я думаю, что мы все с вами должны безмерно и бесконечно вас благодарить за все, что вы делаете, за то, что вы так преданы искусству. И, в общем-то, по большому счету, именно благодаря таким людям, как вы, и живет искусство, и всегда живо. И я думаю, что пока есть такие люди, такие великолепные, талантливые музыканты, искусство музыкальное, в частности, будет жить. Спасибо вам искренне и от души. Позвольте, вот, да, и Евгений Алексеевич, я не знаю, у вас, конечно, много наград, вы человек известный, заслуженный, но благодарности глава администрации городского округа Саранск у вас нет. И я с искренним удовольствием под аплодисменты зрителей вручаю. Всем великолепным музыкантам, Дима, пожалуйста, вот наши скромные букеты.
Еще раз, дорогие друзья, ну не так аплодируют такому великолепному коллективу. Вот так! Браво! Вам и всем артистам, вот искренне от души, спасибо вам. Держитесь, мы с вами. Спасибо! Сегодня столько каких-то теплых, искренних слов мы услышали от Петра Николаевича Тултаева в адрес нашего коллектива. Да, это все, мы чувствуем, что это от души, что это искренне. И действительно, вот я хочу со своей стороны, как бы, мне даже как бы неудобно это все воспринимать, потому что это наша работа. Кореш создался коллектив, значит, нужно развиваться, значит, нужно расти. Вот. А я хочу сказать огромное спасибо, огромная благодарность Петру Николаевичу Тултаеву, когда 15 лет назад, а это было совсем недавно, это было как будто бы вчера, что он поддержал нашу идею, что он поверил в нас, и что он как бы эту идею воплотил, эту мечту воплотил именно вот в какой-то... Нет. Вот с вашей поддержкой, с вашим счастьем. Спасибо. Я думаю, что оркестр – это гордость наша и надежда наша. И оркестр помогает город делать красивее душой. Спасибо вам искренне. Я приглашаю на сцену директора Мордовской государственной филармонии Сергея Николаевича Кузьмина. Добрый вечер, уважаемые зрители. Я не буду долго отнимать ваше внимание. Ну, во-первых, Петр Николаевич, после вас всегда тяжело и всегда сложно. Но мы выполним ваш наказ. Мы уже начнем сразу восхвалять и поддерживать. Так что мне хочется просто поздравить вас с праздником и сказать большое, огромное человеческое спасибо, прежде всего. Спасибо за ваш труд. Вы знаете, честно скажу, это один из самых непритязательных коллективов. Они просто спокойно и добросовестно делают свое дело. Ну, а праздник подарки, как обычно, Евгений Сильный, еще раз говорю спасибо. Но приказ о премии. Ну что для артиста самое главное? Премия? Премию мы уже подписали. И еще, вот теперь уже просьба. Вы знаете, я думаю, уважаемые зрители меня поддержат. Не хотелось бы заканчивать этот замечательный вечер речевыми оборотами. Вы знаете, хотелось бы закончить музыкальными фразами и хорошими аккордами. Я думаю, зритель поддержит меня. Пожалуйста. Thank you.
Дорогие друзья, мы благодарим вас, что этот прекрасный вечер вы провели вместе с нами. Мы ждем вас 14 марта на совместном концерте Камерного оркестра Республики Мордовия и исполнителя на бандонеоне Александра Митинева. Вас ждет новая программа под названием «5 танго-сенсаций». Добра, любви и новых творческих свершений. До новых встреч!